Лещина. Найс. Are you sure you want to start a new game? Yes, I am very yes. Че, на последнее стартануть? Не пиратка. А когда у меня пиратки, у меня почти все в стиме куплено. О, это не пиратка? Да ладно. Озвучение японский, субтитры русский. Монголы напали на Японию. Я виноват. У него же катана вроде была, а не удача. Это свой? А, это свой, бля. Я думал, ты могу. Я перепутал. Несмертельное ранение, очевидно. Две стрелы в спину, не особо глубоко всаженные. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Где-то проснулся раненый, только не могу понять, почему у него... Почему он перевязан не в том месте, где в него стрелы попали? Бля, как пиздато то, что тебе предложили этот, с японским играть. Я думаю, вообще тут будет английский язык, а тут японский есть, это вообще круто. Ну, потому что играть, ну или вообще смотреть... Короче, я же много раз рассказывал. У меня же куча зрителей анимешников, но при этом многие из них смотрят аниме, блядь, на русском. Я вообще... Это называется анимешники. Да хуй знает кто. Все до анимешники. А почему его меч нельзя взять? У него разве нет оружия? Бля, а как-то он меня заметил, а ее не заметил. Что за хрень вообще? Здравствуй, пошел бы съесть на ринг Ювздослой. Чисто в Винце организовать. Приеду к тебе. Даун. Иди нахуй. Не, игра хорошо сделана прям во всем. Мне нравится. У него копье или что? Окей. Я запомню. Опа! Опа! И ваншотнул. Бля, реалистично, охуенно. Вау, круто, кайф. Хорошая игра, блин. О, меня будут учить, походу, со спины атаковать. Бесчестно, ты гонишь? Со спины атаковать бесчестно? Уэй, чел! А зачем ты стал мелким? Что ты сделал, блядь? Он мало того, что позвал их, он подбежал к ним вплотную. Так, чтобы они его окружили сразу же. Ты что шутишь? Ты куда? Ого. Ай! Да, блядь, что ты два удара делаешь? Эй, ты что смотришь, как он меня убивает? Она стоит, целится, ничего не делает. Она просто смотрела, как он мне глотку перерезал. What? Может, или ты что-то там, ну, выбирать, как ведьмаке? Решения какие-то. Какое нахуй противоборство? А почему я не могу в спину атаковать? Потому что я, типа, человек чести? Как вообще честь связана с атакой в спину? Тем более, если это твой враг. Это ж не то, что друг, и ты друга в спину атакуешь. Тут еще можно понять. Отпустить... А, я понял. Прикольно. Это как в этих, как в играх, типа, РДР. Ну, кто первый выходит ствол и стрельнет. Вернитесь в область истории? Или что? Или что ты сделаешь, если я не вернусь? А давайте посмотрим, что будет. Окей, я не буду возвращаться. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. В смысле, а что произойдет? А что произойдет? Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Типа я проиграл? Что? Что? Это что новенькое? Вместо невидимых стен? Ай, блядь. Ой, не надо. Ебать, ты здоровый.
Кайзин! Дитоу деари, Симура донону уйда! Вот это не работает в реальной жизни, вот такой кровь стереть. Не-не-не-не-не. Ожирега укета хази, сусуги не майта! А, этот файт нельзя было выиграть. Следуйте за ветром. Этого хватает, чтобы спрятаться. По-моему, нас видно. Вообще-то по-хорошему надо спасти ее брата. Она же его спасла. Прикольно, кстати. Нажимаешь на карте, и тебе просто ну, примерно показывают, куда двигаться, уже метка есть. Да, круто сделано, на самом деле, мне нравится. Как раз для меня, чтобы я не искал. Статус захвачено, 0 на 24 освобождено, 0 на 17. Блин, ну, выглядит очень интересно. Я могу с прыжка их? Я попробую. Ай, я даун. Опять не работает, я не могу нажать, оно не работает! Оно не работало, я не виноват! Оно не работало! Тинг-ни-гум-бэ! О, нет. О, не надо. Да, блядь! Не, ну я согласен, то, что это реалистично, то, что меня убивают сразу, потому что, ну, монгол здоровый, у него булава здоровая. Да ёбаный рот, как ты доебал меня! Я эту игру пройду на кошмаре, гайз. Я решил. О, я его убил, предводителя, сразу! Найс! Убить еще двух предводителей, откроется стойка воды. Бля, мне нравится прогресс в этой игре. Нужно поубивать врагов, это тебя мотивирует кого-то убивать. Найс. Вообще кайф. Все, зачистил. Вообще кайф, это супер интересно. Ну, то, что не важно, там какой-то жирный чел или... Или типа этот босс, ты его можешь тоже быстро убить. Они, бля, как в Секиро, там какой-то рандомный жирный чел, даже не босс. 30 ударов катана ему нужно, или 40. Ну, дебильная игра, прям, реально дебильная. Для дебилов. О, там что-то блестит, значит, это надо заутать. Я нашел тис. Что вы больше уважаете, бамбук или тис? То научи меня бэкстебу. Чел, не гони. Успех на все 3 очка лучше. А, она у меня есть, типа, есть. Попечь, когда будет новый гайд по индивидуалкам? И за сколько ты покупаешь у студента девственность? Не за сколько, я... Чел, что за хуйня вообще? Да, в этой игре много прокачки. Это интересно, реально. Это лисичка? А лисичка добрый пон или не? Давай дружить. А, чё, я не могу ее поймать? Бля. О, она тут живет? Рафлан ебал. Там нету прохода, правда, как она может там жить? Там сразу дерево. Там нету, ну, там негде жить. Это... Коничева Шинобич. Тебе вначале почему-то не показали? Посмотри в навыках. Там должен быть шаринган. Выглядит как красный глаз. С ним есть возможность копировать технику боя противника и менять стойки. В каких навыках? Какой красный глаз? Навыки? Красный глаз? У меня стойки есть, но они закрыты пока. Я не могу менять стойки. Я их не открыл еще. Эй, подожди, ты рофлишь? Нет, ты чё? Вот так и... Там что-то есть! О! Ты добрый пон? Ой, могу тебя погладить ее? Кайф. Теперь лисичка добрый пон. Блин, лиса это охуенно. Походу будет моя любимая игра. Такими темпами. Слишком пиздатая. О, это монголы? Давай! Тебе! Опа, быстрый удар. О, нет. Подожди, а что он сделал? Он забайтил меня? Я бы не сказал бы, что копье должно в тебя ваншотать в реальной жизни, если оно попало не в голову, там, не в глаза. А что это за штука? Ты что такое? Ты кто вообще? А как тебе называются приколисты? Что за бычки забавные? Козерог это называется? Или как вообще эта штука называется? Ты монгол?
Бля, ты монгол! Сука, ты монгол! А, бля! Ты, блядь, монголоид. Я не понял, это японец или монгол, как я их отличать должен. А я могу убивать мирных жителей? Я не хочу проверять, ну, чтобы... Как бы, ну, я ж не злодей. Ну, мне просто интересно, могу ли я мирного жителя убить, японца? Я могу его оседлать? Ну, забавный полночь. Страшно. И чё? Асанива унлю но ханаси о кикасезу ни сму йони нарзо. Кокоро кара соу негатте оримасу. Усо жа накатта ну ка? Да блядь! Я мог его пощадить, кстати, там было написано «Решите судьбу разбойника». Я хотел дать ему быструю смерть, но я промахнулся, блядь. Я уже рассказывал много раз, в чем причина так называемого СЖВ в современной культуре. Дело в том, что ну, как бы, оно обычно против белых направлено, конкретно против белых. То есть, ну, на уничтожение, унижение белой расы. Надеюсь, тут не будет знака вопроса, знаете, как в Ведьмаке у ёбичных. Вот эти вот водяные знаки вопроса, где надо миллиард этих гарпий убить. Чем они питаются? Главный вопрос, да. Ты издеваешься? Нет, что, его можно понять, столько девок там, да? Он притворился самураем, его девки уважают. Ну что, нормально устроился. Блин, вот эту игру было бы, конечно, интересно на хардкоре поиграть, прикиньте. С одной жизнью эта игра была бы очень, наверное, невероятно интересная. Да какого ты, почему ты не доджишь? О, нет! Ну, в принципе, можно на сегодня остановиться. Где квест? А, ты не можешь пролететь, походу, правильно. А, я понял тебя. Она хочет пролететь за мост, но она летит под мостом на дауничах, я понял. Это под мостом что-то есть? Я, конечно, понимаю, у тебя маленький мозг. Игра прям очень понравилась. Пока что 8 из 10 плюс. 8 из 10 плюс плюс. Мне надо ее стримить каждый день, потому что я не смогу удержаться и не играть ее без стрима. Вот что я вам скажу. Эта игра невероятная оказалась. Я не ожидал такого, даже близко. Прощавайте, хлопцы-то девчата. Доброй вам ночи, люби малята. Пока.